6 августа сразу два значимых места в Березниках отмечают дни рождения. Первое – городской парк культуры и отдыха. В июне 1940 года в саду Дворца культуры были установлены карусель, комната смеха и другие аттракционы. Работали буфет, читальня, бильярдная, тир для стрельбы, павильон настольных игр. В середине месяца на эстраде сада проходили концерты ансамбля лилипутов. После войны на территории парка работники Зеленстроя обустраивали питомник для выращивания посадочного материала. В 1982 году городской парк культуры и отдыха стал участником ВДНХ и был удостоен бронзовой медали выставки. А еще свое 50-летие сегодня отмечает ЦУМ. В 1971 году это было второе крупное современное торговое предприятие в Пермской области, работающее методом самообслуживания. На общей площади более чем в 7 тысяч квадратных метров располагались 22 торговые секции с широким ассортиментом товаров. В ЦУМе была столовая на 60 посадочных мест и кафетерий. Первая реконструкция произошла в 2003-2004 годах, вторая уже полная в 2008-2011. Тогда же надстроили и четвертый этаж. Сегодня это современный торговый центр со множеством бутиков, красивым атриумом с фонтаном, лифтами, эскалаторами и кафе.